Первый этап реконструкции улицы Краснорядской, что у торговых рядов на финишной прямой. Здесь уже обустроили зону отдыха, сцену с амфитеатром, спортивную площадку. Сегодня подрядчик идет с опережением графика, осталось совсем ничего. Работы, которые сейчас идут к завершению, это подготовка основания под будущее мощение тротуарной плитки. Сзади нас мы видим три прекрасных настила из террасной доски. Это подиум, сцена, амфитеатр для досугового отдыха жителей и проведения также городских мероприятий. Далее выполнена работа по благоустройству, по устройству рулонного газона, замена всех опор освещения, выполнена детская площадка с резиновым покрытием, с малыми архитектурными формами. Вот здесь, на спортивной площадке, до недавнего времени красовались удобные качели. Но произошло, увы, типичное уже для Рязани событие. Их разломала загулявшая молодежь. На это, кстати, обратила внимание и глава администрации Елена Сорокина, которая сегодня осмотрела ход работ. Все, что может быть приколочено, должно быть приколочено. Все, что может быть вцементировано, должно быть вцементировано. Иначе это все повыдергивается. Так с качелями, похоже, и произошло. На дату завершения первого этапа благоустройства вандализм особо не повлияет. Подрядчик идет по времени с большим запасом, но осадочек, как говорится, остается. Площадка предусмотрена для детей дошкольного возраста. На площадке в данный момент в вечернее время собирается общее очень большое количество, ну скажем так, не детского возраста, где на одних качелях катаются там массово по несколько человек, на что оборудование, естественно, не предусмотрено, потому что оно рассчитано на детский вес. То есть сейчас оборудование снято, отдали на завод, его сейчас восстановят то, что сломали, и на следующей неделе мы обратно все поставим. Помимо качелей, здесь появится и фонтан, но это уже на втором этапе. Сейчас же одно из самых популярных мест на Краснорядской – вот эта зона отдыха с деревянными лежаками. А еще здесь в нужной точке поставили большую фоторамку, где в проекции снимка просматривается Рязанский Кремль.